3 в 2 в 1 и действие. В мире Гая Ричи ты можешь зайти так далеко, как захочешь. Это реальность с искажением в 7%. Любит топы, и он любит вульгарных. Декольте. Что бы ты ни придумал для сцены, мы углубимся в совсем другое. Ты можешь найти равновесие между комедией и мраком, как никто другой. Это очень сложное изменение, британская аристократия. Существует высокоразвитая и сформировавшаяся субкультура. Это так интегрировано в нас, как в общество, иметь такую классовую систему. Вольствие. Огромные родовые поместья для поколений, знаешь, герцог не передавал свой титул сотни лет. Вот Грейс, герцог Холстед. И мы пытаемся передать идею аристократии. Есть вещи, на которых нельзя экономить. Место съемок сделает большую часть работы за тебя. Сначала нужно было выбрать дом поместья Холстед. Мы рассмотрели несколько замечательных загородных домов, допускающих съемочные группы, и выбрали Бэдминтон Хаус. Наша семья до сих пор здесь живет, мы заходим в их дом. Да, там по-прежнему живут люди. Цаги все еще были наверху, персонал дома сказал нам о скором приходе герцога. Это было странно. Есть уставшие уголки и трещины, но картины и великолепие на месте. Очень здорово, что позволили снимать. Привет, Марк. Извините, мама. Сху, товарищ. Хитрая Грейс. Спасибо, Джеффри. Это очень любезно. Одна из особенностей джентльменов – различие персонажей. Сьюзи Гласс лучше всех одета в шоу, мне кажется. Это одежда, которую вы носите, ее стиль и дерзость, которую вы с ней проявляете. Запрос в создании для нее фантастического, мощного гардероба. Она приспосабливается к ситуациям, почти как будто она играет в переодевалки для случая. Есть множество различных персонажей. Каждая примерка — новый вызов. Примерка всегда новая история. С Гаем о персонаже мы не говорили. Первый раз, когда я его встретил, я был в курином костюме, меня привели к его трейлеру, постучали. Решил пошутить, я думал, Гай веселый. Спросил. Кто-то заказывал огромное хозяйство. Кто теперь цыпленок? Костюм курицы Фредди. Сделали его ручками с нуля. Очевидно, замыслили таракана, а вышла курица. Было ярче, его движения на ветру выглядели превосходно. Это добавило драмы и нелепости ситуации. В таких сценах, сохраняя комедию, можно идти дальше. Гай в этом хорош. Отдохни, сынок. В моей душе было много дыр. Последние 20 лет место Винни Джонса было занято. Мы давно не работали вместе. Тогда от него пришло случайное сообщение. Есть что-то для тебя. Сохраните мою должность. Сделайте старый фильм. Я не думаю, что смогу это сделать. Заработать в Ви неэффективно. Но при правильном подходе можно заработать много. Есть человек с дурью. Он источник знаний о наркофермах. У нас есть искусственная марихуана, напечатанная на 3D-принтере. Все на гидропонике. Освещение важно. Много исследований на эту тему. В нем же. Сохранение тона Гая требует усилий. Идея — быть способным охотиться в джунглях, но спать в зоопарке. Он старается усовершенствовать лучшее из двух миров. Я думаю, удивительно, что Гай и весь этот криминальный жанр позволяют режиссеру использовать все инструменты кинопроизводства. Это великолепно в этом шоу. Флешбеки, замедленная съемка, нелинейная монтажная работа, текст на экране. Мы помещаем камеру в бутылки, располагаем камеру рядом с оружием. Камера на все. Цель шоу — пробуждение любопытства для утончения разных личностей, живущих в каждом из нас.